Новостям от госавтоинспекции. Штрафстоянка станет платной. С 1 сентября этого года владельцам арестованных автомобилей придется платить за доставку их железных лошадок на штрафстоянку. 34 рубля 65 копеек за 1 километр. А также за каждый час хранения там транспортного средства от 30 до 190 рублей в зависимости от категории автомашины. Для мотоциклов и скутеров, мопедов, то есть транспортное средство категории А, 1 час будет стоить 31 рубль 50 копеек. Для легковых автомобилей и микроавтобусов менее 3,5 тонн, то есть категория Б и Д массой до 3,5 тонн, также час обойдется 63 рубля. Негабаритные транспортные средства 189 рублей в час, и категория Д и массой более 3,5 тонн, а также категория С, то есть грузовые автомобили, 126 рублей в час. С этого понедельника вступает в силу это законодательство, и стоянка будет теперь называться, помимо специализированной, также будет называться платной.